была ночью. Я пришла домой где-то 12, потому что я бегала. Завтра у меня учеба до 4 часов. Не самое лучшее расписание, но как бы я очень давно не снимала влог, потому что у меня не было времени, не было желания. И ничего особо не происходило в жизни. Сейчас тоже ничего особо не происходит, но почему бы и нет? Мне очень стыдно, мне очень неловко говорить на камеру, потому что, извините, у меня нет зарядки для телефона, и остается где-то 40%. Я просто надеюсь, что мой телефон выживет, переживет эту ночь. Я проснусь по будильнику, а не проснусь от пения птиц в 10 утра. Я допиваю свою пол-литровую чашку чая с лимоном и иду спать, потому что я очень устала. И все. Продолжу снимать уже в школе, потому что зарядки нет. Говорить. Я дома. Я не знаю, во сколько часов закрывается магазин, в который мне надо попасть. Так что я просто надеюсь, что я туда успеваю пока что. Время 6:30. Я выйду где-то в 7. Надеюсь. Мне надо еще написать список вещей, которые я должна купить, потому что я определенно все забуду. Этот йогурт размером с мою голову. Я съела половину. То есть тут еще вот столько. Я хочу поднять камеру выше или опустить стул ниже, но ни то, ни другое невозможно, так что смотрите, как получается. Йогурт я доела, он был очень холодный, у меня теперь болит горло. Мозгов потому что нет. Мне надо учить физику, которую я, кстати, ненавижу, не люблю. Это самый ужасный предмет, который вообще есть. Ее я буду учить, когда приду домой. Буду учить, да, не буду на самом деле. Время 7:30. Выхожу. Очень тяжело на самом деле снимать видео, знаю, что его кто-то будет смотреть. 5 человек, но все равно. Ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Через 20 минут я пойду на пробежку, скорее всего, и вернусь домой часов в 11, наверное, если повезет, конечно. Мне надо будет запаковать подарок и подготовиться к физике. К физике я готовиться не хочу, но хоть что-то мне посмотреть надо, потому что оценка мне нужна хорошая. Если хорошей не будет, то мне надо будет готовиться к устной пересдаче. А устную пересдачу я не сдам 100%, поэтому надо хотя бы написать нормально обычный маленький вот такой вот тест, и все. Я не знаю, буду ли я сегодня спать, потому что мне надо смонтировать это видео, а на это понадобится много времени. Так как я и так сплю мало, то есть, в принципе, если я домой приду в 11, до 12 я буду делать подготовку, запаковывать подарок, все такое, то еще где-то до часу, двух я смогу просто монтировать это видео. И то оно у меня полностью не смонтируется, но кого это волнует. Этот влог получается очень сильно разговорным, потому что я устала делать влоги, где надо просто писать. Поэтому вот так вот. Я наконец-то закончила монтировать то, что уже сняла, и пойду спать. По моим глазам, по-моему, видно то, что я очень сильно хочу спать. Увидимся завтра. Доброе утро, я уже собралась, все сделала,
не опаздываю, и можно спокойно выходить. Спасибо.